9 мая, 17 год, Харьков, 8:30 утра по Киеву. Мемориал. Скорбящая родина мать. Через полчаса должно начаться торжественное мероприятие. По случаю Дня Победы над нацизмом. Перекрыли трассу для необщественного транспорта. Ну, практически я вижу частных машин мизерное количество. Традиционно, в общем-то. С утра дождик срывался, но людей все равно приличных.